Пешеход оказался под колесами внедорожника в Актау. Момент ДТП попал в объектив камеры видеонаблюдения. Девушка пыталась перейти дорогу в неположенном месте, одна машина ее все же пропустила, вот внедорожник сбил. Тут же на помощь бросились очевидцы. Позже к месту прибыли медики. Пострадавшая сейчас в больнице. Все обстоятельства произошедшего выясняют полицейские. В Алматы после столкновения с деревьями водитель легковушки оказался в реанимации. Состояние пострадавшего врачи оценивают как тяжелое. Выяснилось, что управление мужчина потерял по неизвестным причинам. Машина вылетела с дороги через автобусную линию, врезалась в деревья и снесла их. Удар был такой силы, что боковую часть автомобиля вдавила внутрь, а еще вырвала двигатель и коробку передач. Сельский дом культуры загорелся в Восточно-Казахстанской области. Возгорание случилось рано утром. На момент прибытия спасателей горела кровля. Пламенем была охвачена площадь в 160 квадратных метров. Почти за час пожарным удалось ликвидировать огонь. По предварительным данным, причиной возгорания стали неправильная эксплуатация отопительной системы и нарушение при монтаже электропроводки. А в Кустанае на территории промбазы сгорела кровля гаража, склада и отопительного помещения. Произошло это поздним вечером. Общая площадь возгорания 150 квадратных метров. Пожар тушили 15 огнеборцев. Они же эвакуировали один кислородный и два газовых баллона, а еще пару грузовиков. Спустя 2,5 часа огонь ликвидировали. Жертв и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются. Нас на месте преступления задержали, когда пришли подбирать. Этот мужчина с подельниками задержан за незаконную охоту. Пятеро браконьеров промышляли в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области. На их совести 6 убитых косуль. Части разделанных животных полицейские обнаружили в багажнике их автомобиля. А еще в горе охотников изъяли 3 ружья, 16 патронов и 2 ножа. За отстрел 6 туш косуль задержаны 2 жителей города Петропавловска и 3 жителей Кызылжарского района. В ходе досудебного расследования были изъяты охотничьи ружья, туши косуль. В настоящее время начато досудебное расследование по статье 337 части 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Назначены ряд экспертиз, по результатам которых будут приняты процессуальные решения. Медикаменты и средства защиты стоимостью больше 50 миллионов тенге не дали вывести из страны кустанайские пограничники. Одну машину задержали на автомобильном пункте пропуска «Кайрак». 600 противочумных костюмов водитель прятал под почтовым грузом. А в Читогиринском районе при досмотре автомобиля «Газель» пограничники обнаружили почти тонну медикаментов. Еще там были чуть больше 2500 защитных масок и около 2000 перчаток. А в Туркестанской области за контрабанду, но уже наркотиков, задержали гражданина Узбекистана. Случилось все на пограничном посту Жибекжоле. Выявила подозреваемого служебная собака. При обыске иностранца оперативники обнаружили сверток с высушенной марихуаной весом более 1 грамма. По данному факту заведено уголовное дело. Подозреваемый арестован. Расследование продолжается.